Привет, ребята, всем! Так, подождите, сразу пишите, что у меня со звуком. Громче, тише, и кого громче, тише? С Новым годом! С наступающим! Привет! С Новым годом! Ой, что там? Что, запрет? А? Там сейчас так совпало, что каков... Осуждаю, кто... Я, кстати, когда была в России, я много кого спрашивала. Сейчас, подождите, может себя так сделать? Много кто, кого спрашивала, знают ли они свой гимн. И много кто не знает свой гимн, прикиньте. Русский. Кто сказал, что... Туц-туц. Ну, хотя какая разница? Здравствуйте. Вызывали. Ой. Не поняла. Что-то не то, походу, сказала. Спору нет. Как бы, я согласна полностью с... Ой, простите. Очевидно, что я нахуяренный ванус, блядь. Как человек. Секунду. Всё. Нативная реклама масла Злата. Настя, отверни, пожалуйста, чтобы это... Да, другой стороной вот это получше. Ребят, не рекомендую масло Злата. На меня посмотрите. Я пользуюсь маслом Злата. Мой мужчина спит? Спит. Значит, сейчас должно быть эпичное питье. Нихуя. Это его футболка. Друзья, Новый год уже наступил, но новогоднего настроения... Что за хуйня? Где CSGO? Он престогодняя Киро. Так можно смс узнакомиться сам. Это брат строгий, как я помню, вроде бы. Ты чё нахуй кому-то в окно, блядь? Данил, ты чё Машу и Медведю плетаешь? На, попей. Попей! Попей! Алло, я? Если что, ноль выпил, ноль. Как тебе малая злого? А что, у него малая появилась? Ноль. Если что. Каждый месяц новая. Девчонка. Украина пришла. Ёпта. Нихуя, цыгане ломятся какие-то. Что ты присосалась к этой трубке, Карина? Ну, я люблю домой рот чем-то занять день. Лицо знакомое. Старый, ты пробку тут кошмаришь? Такой кошмарит пробку, как ты не кошмаришь. Давай. Сейчас на дочке будет сидеть. Я не знаю, кто это. Иди сюда. Мой пиздюк. Но мне это не смешно, потому что у меня аналогичная ситуация и в жизни. Я типа... Это я как будто на себя смотрю, на своего парня. Не надо так на Твиче делать. Ой, деньги, блядь! Мне нравится, когда публика приходит, мне прям вот так хуярят деньги. Давай, а у вас продолжение на бонге будет? Да! Посмотри, Жо-Жо. Блядь, вот сколько мне советовали эти Жо-Жо, но нахуй я вообще не выкупаю, блядь. Кринжа, постиронии, блядь, этого Жо-Жо, реально. Значит, его нужно посмотреть. Подружка слишком взрослая стала уже, не понимает, не вытягивает. Осуждаю. Да, кстати, Карина ведет себя как реально взрослая женщина. Я один раз зашла к ней на стрим, вот недавно, перед Новым годом. Она, блядь, так себя ведет. Я вот вспомню 4 года назад, как она вела стримы. Ну, совсем другой человек, как будто. Она постоянно, вот как я только не захожу, она постоянно как-то негативит. Типа, постоянно обсирает. Не то, что обсирает, а как будто ее обсирает, и она защищает себя и начинает... Как будто ЧСВ включать, но это просто защита обыкновенная. Я люблю фасоль. И стримерша мне нравится, и пожрать ее. Нахуй
пожатие. Вы заебете! Блять, осуждаю вас всех! О, фасоль, блять! Фасоль, привет! Да! Привет! С Новым годом тебя! А я ж тебе доначу, что-то... Вам надо заколабиться? Не надо, я доначу! Да, что там заколабиться? Я когда пишу ей привет в чат, она не отвечает девчонкам, да, в принципе, людям с галочкой, так что, такое. Я вот когда вижу чела с галочкой, сразу привет, ту-ту-ту. Потому что это какой-то стример. Только не бей. Хотя это ее дело, мне типа абсолютно все равно. Ух, ебать, что? Реально фасолька? Охуеть, что? Фу, блядь. Чел, ты чё? Охуеть. Не поливайся, не надо. Охуеть. Не надо. Я, кстати, одному челу кинула рейд. Помните, кто был, может, на стриме? Вот, он только начал стримить. Я случайно что-то лазила в Твиче, нашла его, что-то я ему написала без стрима, а потом, когда закончила стрим, я кинула ему стрим, рейд. Вот, там было 1500 вроде бы. И раньше его смотрело 2 человека, сейчас его смотрит 50 человек. Все-таки есть какой-то прогресс, кому-то он стал интересен. Это очень неплохо даже. Ого, да, Карина моя ровесница. Я ого, тоже. Ого, блядь. Ого. Так, блядь. Так, тут уже можно закончить разряд, да? Да вы охуели? Они все охуели. Ну давай, ладно. Боже, какой у Ляшевой, у кухни красивый ровненький нос. Профиль вообще охуенный. Кстати, она мне тоже писала, что у меня профиль классный, как будто я повторила слова. Что за срам? Фу, бля, противно. Тебе не стыдно ради хайпа целоваться? Мне неприятно, пиздец. Она так опустилась. Короче, чатик, что еще? Что вы можете вспомнить такое, что произошло у нас? Ого, ты сел? Я лег. Знаешь, что надо сделать? Что? Дай. Что? Саша такая, ха-ха-ха. Знаете, как Дед Мороз какой-то. Хорошо, все будет хорошо. Подождите, это надо сделать вот так. Блин, что так долго? Хорошо, все будет хорошо. Модесто! Я бы всех там разъебала. Боже, ну фасолька ж такая худенькая, маленькая девчонка. Ебаш! Это 10 из 10. А почему Алиночка так не сделала? Я бы посмотрела, как у нее лицо выглядит. Ой, ну там динамики у людей повзрывались. Ничего страшного. Посмотрите, пожалуйста. Чат, сколько Михрине лет? Мне 22 года. Бум. Сейчас прям. Это что у меня, блядь? А, нет, это мне показалось. Поврелись. Ой, там хотя бы ничего бум не было видно. О, ты самое интересное пошло. Выливаем. Выливаем жижу, ребят, все внимание. Верхний правый угол. Жижа пошла. Жижа пошла, да. Все собираем. Я не умею готовить сладкое.
Главное не обляпаться. На стриме у злого какая-то девка. Какая девка? А, я ее люди знаю. Люди должны покупать по 40 тысяч, да? А вдруг это много ходов? Я ее знаю. Хоть как-то поднять мало. Она дома у меня была. Пошли они нахуй. Ну хитрые, блядь. Мы что, в СССР, блядь, живем, блядь. Мой батя 10 лет телефон ждал в Советском Союзе. Чтоб ты понимала, чтоб ты понимала, знаешь, как... Я думала, это рофл был, именно 10. Мои родаки, знаешь, как выживали? Как? Они в деревне выращивали какие-то овощи, что-то покупали и везли все на Москву. И на Москве продавали. Она сиськи уже показывала. Не так, что, о, блядь, типа, вы же не видите. КамАЗ, блядь. Они там 3-4 сумки взяли с собой. А я понимаю. Ну ладно, сейчас досмотрим, подождите. Я им потом тем, рейтинг. У кого есть дети, эта картина знакома, да, мужики? Я натер морковку свою. Злой PS5 свой взял, это ему Вадя подарил. Так, теперь я лицо натираю. Что ты за намеки все время делаешь, Настя? У нас нормальный стрим тут, блин. Люди сидят с семьями за... Или ты серьезно? Да. Сколько выпекаться будет? Ой. Покажите мне добавку. Блядь, покажи. Ну, растапливать масло. Опа, я люблю такое. Прям возле микрофона, собственно. Ой, ну ладно, не важно. Здесь у тебя балкон огромный. Вы сейчас про жопу или что? В смысле балкон? Как вы балкон мой увидели? Сложный прикол, ребят. Я просто недавно как бы пытаюсь стримить, поэтому... Больше 4 лет назад... Какая жопа огромная, у меня был период, когда... Блин, что такое? Это полтергейст! Сейчас жопу надеру! Не надерешь. Я чищу картошку. Так, чат, глаза закройте. Вот честно, видно по ним, что они любят друг друга. Когда они такие счастливые, это так круто. Нет! Даже... Не надо, пожалуйста. Слушайте, знаете, когда вам женщина заявляет, что она умеет готовить, это вот как бы еще вот, ну, подумать надо. Правильно сделала. Не нравится? Готовь, блядь, сам. Кек. Что-то она счастлива, да-да-да. Мама, я хочу. Она говорит, у нас есть бык дома. Тем временем бык дома. Класс. Класс, класс, вообще супер. Колбаса такая невкусная. Кстати, пацаны, я хотела вас спросить. Тоже, вы бы хотели, чтобы я постримила со своим парнем? Или вам такой контент не интересен? Не, просто, ну, чисто вас спрашиваю, это же для вас будет делать. Вот, если вам не интересно, то я не буду делать такой стрим. А если вдруг интересно, то я бы с удовольствием постримила. Ну, попробовать можно разок. Ну, давайте, да. Давайте. Просто понимаете, в чем суть наших отношений, потому что мы не можем делать такой же контент, как Бустер с Катей. Мы друг друга не обсираем, там, не поливаем грязью. Вот, так что я не знаю, будет ли вам интересно. Вот, просто что мы будем сидеть и разговаривать, не знаю, отвечать на ваши вопросы. Так что такое. Можно кукинг-стрим сделать, как мы готовим. Единственное, вот. В принципе, можно было как-то разбавить свой контентик, потому что я такого не делала. Акултис на месте, мой модер. Если он на месте, то сделай, пожалуйста, опросик. Да или нет. Если мой модер на месте. Сейчас пишет, что за мочалка на ладонях. Это же котик малюсенький. Может, у него харизма 10-10, тогда ему всем зайдет. Но я уверена, сразу же будет писать про его голос. Потому что голос у него такой необычный, можно так сказать. Необычный у него голос. Я уверена, будет писать что-то по-любому про голос. Все, возвращаем маме. Когда зрение минус 10, да-да-да. У тебя должна быть прямая. У тебя должна быть прямая. Расслабь руку, расслабь пану, заебал. Давай, 3, 2, 1. Старт. Писклявый, ну, типа да, типа писклявый. Типа такого. Ой, там что-то вкусно. Я же говорил, дурачки, блядь. Правая вообще не... Охватились нормально, на счет 3. Раз. Расслабь, стой, расслабься. 2, 3. Нихуя, давай, 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 давай.
Пацаны, может, вот сейчас досмотрим видос, может, один раз танцевать Just Dance? Как вы думаете? Может, сделать такой... Я так давно не танцевала Just Dance. Можно, в принципе, потанцевать. Хотя я в юбке, бля, главное, чтобы ничего не спалить. Давай! Давай! Да нихуя! Так кто же выиграет? Стоп. Да нет. Шрека все спамят, я не знаю. Все Шреки спамят Шреков. На самом деле, если честно, мы с Ариной пару раз виделись, и я за это время как-то ее так полюбила, знаете, как родного человечка, потому что мы так... Не знаю, мне очень с ней комфортно общаться. Очень редко бывает так, что мне с девушкой комфортно общаться. Как-то так, знаете, по-душевному. Не знаю, так как-то круто, что она в Киеве. Если она уедет в Москву, это будет пиздец для меня. Можно я поправлю? Нет. Можно я поправлю? Нет. Ну да. Две шлюхи, две подруги. Да, две шлюхи с парнями, и, это очень круто. Две девочки имеют парня одного, и они шлюхи. Как же круто быть шлюхой в отношениях, когда у тебя только один парень. Как же круто, блядь! Мне закрепляться. Угу. И тебя. Спасибо. Меня еще не зацепило. Вы когда... Борщ. Борща написали, ебать, это мужик. Чего? Чего? Да похуй вообще. Дай станцую. Так много каких-то поцелуев. Ой, приветик, приветик. Молодец! Красотулечка, приветик. Боже, какие ноги у Юли, это пиздец. Саня! Пошло, пошло, пошло! Деп. Да? Ой, через 5 минут. Через 5 минут, да? О! С Новым годом, получается? Блин. Я маме за... А с Дашей, кстати, мы познакомились еще в Питере. Длинные и худые. Это очень круто. Просто у меня такого никогда не будет. Так у тебя еще через 2 часа. Через 5 минут будем вас поздравлять всех. Даша выбралась. Аккуратнее. Выбралась. Заметь, я не съела ни кусочка мандарин. Ну да, ты ж прошлый съезжала все. Прошлые 5 килограмм. Бух. Это тут брат. Слушайте, Рекс, мне что, тебе повалить? Да чё? Ах ты пи... Осуждаю. Бляха, Данилыч! Данилыч? А где Данилыч? Блядь. Опа. Кого-то хлопнули, братан. Ну пиздюк, пиздюк хотел сказать, да. На ногах стою. Какой он смешно, маленький такой. Опа, кого-то хлопнули, братан. Бля. Я буду спаивать. Спаивать, блядь, я не пью крепкий алкоголь. Салют, иду. Сейчас мы наебнем, подожди. В общем, в чем суть? Давай. Ты долбоеб? Так я тоже мне запить надо. Я первый. Давай, братан, все хорошо. О, красава! Буя! Буяка, буяка! А, тост точно мы забыли. Андрей, давай ты или кто хочет. Ну, этот год пиздец, конечно, да. Давайте выпьем. Ну, такой себе тост, ну ладно, выпьем. Уходящий год, иди ты нахуй. А приходящий, заходи. Надеюсь, все будет охуенно. И пусть будет. Ой, ну у меня, конечно, этот год такой эмоциональный. Ну,
сложный в эмоциональном плане и моральном. Я даже пережила панические атаки. Я поняла, что это. Это ужасно, если честно. Все будет заебись, все. СНГ. А помните сиськи Ольги Дроздовой, блядь, и её огромные буфера? Ты сидишь в лос? А кто это? Это кто? Блин, такое знакомое лицо у чела, я забыла, как его зовут. Или я просто... Я не забыла, я знаю, кто это, наверное, но я... Я не знаю, или это точно он. Я не знаю, или это Илья. Это он же? Или нет? А, ну да, все правильно, хух. Я уже думала, что я перепутала. Бля! Тупо с вайфой сижу. И как будто уже, типа... Что случилось? Нет. Не по приколу. А чего душа поет? Новый год, Новый год, Новый год. Новый год! Спасибо за донат. Новый год! Новый год, Новый год, Новый год. С Новым годом! Уважаемые граждане России. Хватит на слабость, Диман. С Новым годом! Ура! Блядь, как в сторону! Это не лоукость. Прошлёпала! Здоровечка всем! Из-за Зеленского. Господи, бусинка. Такая суровость в этой, в этом гимне. Такая суровость, реально. Суровый гимн какой-то, такой жесткий. Вставайте, блядь, чё? Давайте, блядь, чё? Блядь. Я люблю контент на Твиче. Я обожаю Твич. Твич, ты лучший. Да, с новым счастьем! Ура, ура, ура! Ну, я так поняла, что тут все будут поздравлять. И все. Ой. Ой. Ой, неплохо, неплохо.